Шестой номер выполняет роль опорного полузащитника. Это с ним беседа номер Пуньяль, капитан команды, и 14-й Рауль Гарсия. Крепкая средняя линия. С какой стороны не посмотри. А сейчас в атаке удар поворотом, она открывает счет. Я так понимаю, что это Лекич. 9-й номер Лекич, да. 17-й Ниньо и 16-й номер Альваро Сехудо. Это тройка нападения от Асуны сегодня. И эта тройка, видимо, уже результативна. Что ж, начало обескураживающее, поэтому пока нам не показывают еще повтор, я скажу вам, что и Чави, и Ньеста, и Фабригас, и, на всякий случай, еще и Адриано вместе с Куэнкой находятся в запасе. То есть, если дела у Барселоны пойдут тяжко, наверное, будет возможность перейти к какому-то более рабочему варианту состава. Но пока остается сказать лишь, что здесь просто очень здорово все разыграло Асасуна. Конечно, можно сетовать, что полузащитники центральные расположились не слишком компактно. Но вот если бы здесь этим пасом не опередил Карлеса Пуйоля футболист Асасуны, а сделать это было нелегко, ну сами себе представьте, вот в такой высокой точке, чуть ли не шипами Буцци, нужно проткнуть мяч партнеру, каким-то образом, чтобы ему еще удобно было ударить. Ну, в общем, голевой это так вряд ли бы стал. Вообще, при Гвардиоле Барселона еще ни разу не проигрывала Асасуне. В этом году она победила ее на своем поле 8-0. И казалось, что, в общем, для Асасуны сезон вообще не обещает ничего заново веселого.